Приветствую вас, Татьяна. Давайте разберем ваш текст. Смотрите, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы не задаете вопрос. То есть вы описываете проблему. Да, проблему вы описываете, проблема, в принципе, ясна. Вот. Но вы не задаете вопрос. То есть не совсем понятно, что вы хотите и в каком направлении вы хотите действовать, в каком направлении вы хотите работать, в каком направлении вы хотите решать данную проблемную ситуацию. Это, в свою очередь, дает некий простор, некий такой пласт, для маневра с вашей стороны. Для маневра по поводу выбора наиболее удобного решения для вас. Почему? Да, почему вот вы можете так поступать? Ну, вы знаете, если не брать в расчет вообще, вот если не обращать внимания на вашего мужчину, да, то есть вот если просто рассматривать эту ситуацию как вот исключительно в этой ситуации, если рассматривать только вас, то я бы сказал, что у вас достаточно сильная родительская позиция, то есть у вас много идет должен, много идет какого-то, может быть, ну, не знаю, не давление, может быть, да, именно вот ну, какой-то директивности в поведении, то есть вы требуете что-то от человека, вы говорите, вместо того, чтобы там признать свою вину, он там делает то-то или то, или то-то, все делает как надо, понимаете, да, то есть как бы это достаточно такая позиция доминирующая, она достаточно давящая, она достаточно деформирующая, я бы сказал. Вот так вот, ну, такой такой термин я бы употребил, да, то есть это позиция, которая деформирует, может деформировать, точнее, ну, другого человека. В частности, эта позиция может деформировать, например, вашего, ну, вашего мужчину, допустим. Вот. И, наверное, отчасти именно отчасти в этом проявляется основание для какого-то вот конфликта, отчасти в этом проявляется, ну, благодаря такому такому поведению, благодаря такому образованию, да, в отношениях, становится возможным конфликт между, ну, между вами, конфликт между вами и вашим парнем, например. Вот, потому что, может быть, он чувствует, что вы на него давите. Может быть, он, ну, чувствует, как будто бы, что вы его, не знаю, может быть, проверяете, да, может быть, вот вы его там как-то постоянно там, ну, пытаетесь подогнать под свои требования, подогнать под свои желания, вот. И он это чувствует, он старается вот, ну, делать ну, какие-то вещи, да, он старается делать, наверное, он делает много, ну, ну как много, много, просто вот, старается делать то, что может делать, то есть, ну, ни много, ни мало, вот,
просто вот что может, как бы, да, то и сделает. А вот. А тут, как бы, ну, вариант он такой достаточно очевидный, как мне кажется. А вот, это его, ну, может быть, это его напрягает, может быть, я не знаю. Это просто вот сейчас это просто мои такие вот предположения определенные, да, вот, которыми, ну, которыми я с вами делюсь. Вот, то есть, опять же, вы не задаете вопрос свой. Вот. И, значит, очень важно, конечно, как вы ведете себя в конфликте. То есть, если вы ведете себя в конфликте агрессивно, если вы ведете себя в конфликте так обвиняющий, то, ну, мужчина, соответственно, будет тоже вести себя, как бы, защищаясь, да? Вот, поэтому вам нужно просто существенно уменьшить свой, вот именно свой вклад в конфликт, вот, который сейчас выглядит, ну, достаточно большим, достаточно серьезным, по крайней мере, нет ощущения, да, что вы как-то вот этот конфликт, значит, ну, там, сглаживаете, нет такого ощущения. Вот, и, соответственно, ну, мне кажется, что это одна из основных проблем, да? Вот, ну, дальше. Еще достаточно важный момент заключается в том, что вы, ну, как будто бы, в принципе, мыслите таким, такой формой, да, таким вот форматом, как будто вот все делится только на плохого и хорошего. То есть вы можете быть либо плохой, либо хороший. Вот, то есть вот такое ощущение еще у меня немножко возникло. Вот вы здесь пишете, что, значит, я одна виновата во всем, да, то есть вот вы чувствуете себя виноватой. Вы чувствуете, не просто вот ощущаете, что, ну, что вас там, допустим, ну, обвинили, да, в чем-то. А именно вы как бы берете эту вину на себя. Вот. Понимаете, такая штука. И я думаю, что, ну, у этого, наверное, есть свои причины. То есть есть причины, по которым вы вот эту вот вину берете на себя. И, на мой взгляд, ну, вот с этим нужно разобраться, вот, это нужно поисследовать, потому что вы готовы взять на себя вину, вы готовы взять на себя ответственность, хотя, ну, в какой степени именно за реакцию мужчины, например, вы не ответственны, вы не отвечаете за нее, вот, но, тем не менее, вы берете на себя ответственность, вы, ну, принимаете, как бы, то, что человек вот вас, ну, там, что человек пытается на вас, значит, навесить какой-то такой вот ответственности,
переложить эту ответственность на собственно, ну, на вас. И вы, во-первых, вы принимаете это на свой счет, во-вторых, вы, ну, довольно болезненно, на мой взгляд, ну вот воспринимает то, что вас обвиняют. Ну, то, что вас обвиняют именно вот в чем-то. Для вас это именно что болезненно. Вот. И надо бы в первую очередь, наверное, постараться определить, что именно. Вот, ну, что болит у вас. Вот. То есть, чем это так болезненно для вас. И я думаю, что тогда ситуация уже будет несколько легче, несколько проще, несколько понятнее для вас, и вы сможете уже что-то с этим делать. Вот. Но опять же повторюсь, есть определенные проблемы. Да, потому что вы не задаете вопрос, вот, непонятно, чего вы хотите, то есть, ну, что вам нужно в этой ситуации, вот. Еще есть достаточно такое важное, на мой взгляд, наблюдение, это наблюдение. Наблюдение того, что у вас с мужчиной, вот по моим ощущениям, ну, не связывает ничего, кроме отношений, то, собственно, мужчины и женщины. Вот. То есть больше вас ничего не связывает. Вот. Я надеюсь ошибаться, я надеюсь, что я не прав, я очень, очень надеюсь на это. На самом деле. Вот. Но если это так, то это достаточно, я бы сказал, серьезное основание для тревоги. Вот. Потому что ссоры возникают еще из-за этого, ибо тут проблематика вся заключается в том, что достаточно узкий набор ролей, которые ну, выполняете вы друг с другом. Вот, и как бы вследствие этого могут нарушаться естественные личные границы. Вот. Ну, между вами и мужчиной, собственно говоря. И если это происходит, вот, то, собственно, это вызывает агрессию, вызывает ссоры, вызывает конфликт. Вот так же я бы рекомендовал бы вам поисследовать значит,
психологическую игру в канал. Вот, это очень, ну, очень важная игра, вот, потому что вы в ней играете, вот, вы, собственно, ссоритесь, это говорит о том, что вы играете в эту игру, вот, психологическую игру, скандал. К сожалению, вот, но это можно тут тоже подкорректировать, в принципе, да, то есть это тоже можно поправить, вот, если у вас есть такое желание. Так, дальше, значит, он слишком горд, никогда не позвонит, так. Во всем виновата я. Так, а получается здесь, если я правильно вас понял, то получается, что вы, ну, как бы говорите о том, что вы должны идти на примирение, да, получается. Потому что он же не идет, вот, на примирение. Вот, значит, вы должны идти на примирение первое. Вот, ну, опять же, повторюсь, если я правильно вас понял. Но вопрос к вам. А вследствие чего вы, ну, вот, считаете, например, для себя возможным идти на примирение первое. То есть вот в чем для вас проблема, что человек сам на примирение, как бы, на первый не идет. Вот. То есть вам там по какой-то причине тяжело без него, или там что-то еще. То есть вот, ну, давайте как-то этот момент раскроем, потому что, опять же, мужчина, он, скорее всего, ну, он не изменится, как бы, да, то есть человек, он вот такой, как он есть, его, в принципе, все устраивает, вот, меняться он не будет. А вот вам в этой ситуации нужно занять, на мой взгляд, ну, такую достаточно качественную позицию, чтобы вы себя не чувствовали ущемленным. Значит, так, дальше. Вот вы пишете, мне не нравится что-то в его поведении, я ему об этом говорю, он мне пытается принять свою вину, и как-то справляться с ним, говорит, мол, а вот ты, это все из-за тебя. Ну, во-первых, почему вы считаете, что если вам что-то не нравится, то это вина человека, и он должен исправляться? Значит, я, ну, вот это как раз такие... То, о чем я говорил, что это такая родительская позиция у вас, как бы, что человек должен исправляться, потому что я считаю, что вот, ну, что это его вина. То есть у вас нет безусловного принятия партнера, вот. И, ну, вероятно, вы не очень умеете выражать достаточно таким, вот, я бы сказал, конструктивным способом свои
переживания, свои желания и свои чувства, выражает их, ну вот, что называется, спорадически, то есть выражаете их чрезмерно. Может быть, потому что ранее вы пытаетесь это сдерживать. Вот. Может быть. Я не знаю, честно. Вот довольно сложный этот момент. Так вот. Однозначно интерпретировать, но я надеюсь, что я сделал это достаточно полно. Вот. Таким образом, Татьяна, вот, то, что нужно сделать вам, да, вот то, что необходимо сделать вам, это, значит, для себя определить, чего вы хотите. Ну, вообще, вот, в первую очередь, что вы хотите, что вам нужно. Ах, вот. И дальше, уже, можно будет смотреть, как вам, ну, как вам помочь, да, то есть, как и чем вам можно помочь, вот, ну, вообще, в принципе. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.